Представляю вам первый курс из серии «Стальные руки». Курс называется «Пальцы, запястья и пясти». Идея создания этого курса была сформирована уже очень давно. Это произошло в процессе работы над курсом «Как выковать железный кулак». Уже тогда стало понятно, что в рамках одного методического пособия не удастся широко и полно раскрыть всю проблематику работы над своими руками в аспекте их безопасного превращения в оружие, при этом полностью сохраняя функциональность, ловкость, подвижность и здоровье. А также, кроме того, формат курса «Как выковать железный кулак» не предполагал детальный разбор такого аспекта, как реабилитация после уже полученных травм или приобретение профессиональных спортивных заболеваний опорно-двигательного аппарата, рук в частности. В курсе «Как выковать железный кулак» разбирались вопросы и давались методики по комплексной проработке всех структур, ответственных за формирование железного кулака, пальцев, запястья и пястья, лучезапястного сустава и предплечья. И именно тогда стало понятно, что на продвинутом уровне многие моменты, освещаемые в курсе «Как выковать железный кулак», нужно будет разобрать более подробно и детально. Первый продукт этой детализации – этот видеокурс. На самом же деле, это только первая часть серии курсов о всесторонней и комплексной подготовке кулака. В эту же серию входит еще один видеокурс, который называется «Лучезапястный сустав и предплечье». Отмечу важнейший момент. Видеокурс «Как выковать железный кулак» и серия «Стальные руки» не являются взаимозаменяемыми, хотя прекрасно дополняют друг друга. Материалы серии «Стальные руки» раскрывают те аспекты, которые не могли быть в полной мере освещены в курсе «Как выковать железный кулак» из-за его размеров и формата. У серии «Стальные руки» задачи несколько иные, их больше и они шире. Это укрепление всех структур кисти для единоборцев всех направлений и для спортсменов вообще. А предотвращение спортивного и бытового травматизма, реабилитация после травм, лечение профессиональных спортивных заболеваний адептов всех направлений боевых искусств, профилактика и кинезиолечение заболеваний мышц, связок и суставов, пальцев и кисти, комплексное развитие силы, подвижности, прочности и ловкости пальцев и кистей рук. В серии «Стальные руки» акцент смещен на создание такого оружия, которое способно не только разрушать, но и не разрушаться при самых экстремальных воздействиях. Это делает курс чрезвычайно полезным как для ударников, так и для борцов, ну и разумеется для бойцов смешанных стилей. Но особенно хочу отметить, что методики курсов серии «Стальные руки» абсолютно полезны и показаны всем людям вообще. Не столько даже для прогресса и наращивания специальных кондиций, сколько для собственного здоровья, замедления старения, а также для профилактики и лечения целого ряда заболеваний пальцев и кистей рук. Так, например, подготовительный комплекс, который входит в этот курс, является полностью самостоятельной и законченной методикой. И если для спортсменов эта методика является подготовительной для работы над пальцами и кистями рук, способствующей снизить вероятность травм и ускоряющей прогресс, то для всех остальных людей эта методика профилактики и даже лечения различного рода артритов, артрозов, теносиновитов и прочих заболеваний пальцев и кистей рук –